Жительница Карагандинской области была задержана при попытке провести героин. Сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом установлен и ликвидирован канал поставки наркотиков в столицу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города Астаны. 11 октября на посту Рубеж Кызылжар на въезде в город сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД города Караганда проведена проверка пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту Караганда-Астана. При досмотре пассажиров и их личных вещей специально обученной собакой было установлено, что в одном из пакетов в коробке из-под стирального порошка находится наркотическое вещество. Вещи принадлежали одной из пассажирок автобуса, 36-летней жительнице Карагандинской области. По результатам проведенной экспертизы найденное вещество является наркотическим веществом героин весом более 813 грамм. Примерная стоимость изъятого героина равняется около 2,5 миллиона тенге. Также установлено, что гражданка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанная водворена в изолятор временного содержания ДВД города Астаны, проводится расследование.